Сорт острого перца Дорсет Нагарет. Это близкий родственник Нагамориш. Вот такой вот перчик. Это, ребята, перец относится к сверхурожайным сортам. Вы посмотрите, сколько на одном кусту плодов. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Здесь практически показать все невозможно. Здесь просто невероятное количество. Правда, плохо, что солнце светит, ничего не видно. Вот давайте я вам покажу еще на одном кустике. Вот, смотрите, попробую сейчас тенечек сделать. Посмотрите, какое количество плодов. Вяжется просто нереально. Просто нереально. С одного кустика можно собрать до 700 плодов. Этот вид относится к виду Capsicum chinens. Сверхострые сорта. Такой перчик имеет фруктовый аромат. Вот смотрите, какие перцы, красавцы. Созревает он от зеленого. Потом вот переходит, видите, как переход у него на красный. Высота такого кустика может достигать до 1,5 метра. В горшке где-то пределах до 70 сантиметров. Вот у меня сейчас кусты, вот я их обрезал. Ну, здесь я не могу вам показать. Сейчас попробую что-нибудь показать вам. Не, так ничего не видно. Ну, давайте заглянем в серединку. Невероятный сорт, ребят. Просто бомбезный, просто. Острота у такого перца от 1 миллиона до 1 600 000. Почти 2 лимона. Как Каролина Рипер. Ну, Каролина Рипер, конечно, там 2200. Ну, его можно сравнить со Скорпионом. Зато урожайность просто, просто бесподобная. Главное, что он, ребята, неприхотливый. Не надо заморачиваться. Посадили и забыли. И радуйтесь такому урожаю. Урожай просто нереальный. Перчики, смотрите, как они вяжутся. Вот. Давайте я попробую, может, ну, камера экшен, она плохо снимает. Тут, в общем, сложно. Сложно что-то показать, чтобы оно было все видно. Ну вот смотрите, видите, вот пучок какой, гляньте. Они растут прямо один на одном. Вот в этом пучке, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот здесь вот, ребята, вот в этом, вот, в этом участке, вот, 9 штук. Вот это вот висит 9 штук. Не говоря же остальных. Вот, смотрите, какие крупные перцы. Срок созревания такого перчика 120 дней. Ну, вот он уже начал созревать. Красота какая, смотрите. Сегодня 15 сентября. Вот он начал повально созревать. Сейчас будем снимать нижний ряд. И где-то недельки через две, через три он полностью весь созреет. Вот такие вот красавцы. Ну, верхушки я им уже подрезал, потому что вяжут. Вот смотрите, ребята, какая красота. Так что можете такой перчик заказать у нас. Ссылочку на каталог вы можете найти под этим видео. В верхней строке комментариев. Там есть полностью каталоги на томаты, каталоги на острый перец и на соусы наши. Перец просто бесподобный. Давайте вот под солнышком попробуем вам показать, если видно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.